Так, ребят, всем привет. Сегодня, ну как не сегодня, а вообще уже начали заниматься ВАЗ-2199. Там надо переваривать полностью днище и так далее. Вот. Я просто пока не снимал, потому что работы было много, машин много приезжало в автосервисе. Вот. Поэтому вот человек делал здесь машину. Вот, левую сторону уже почти всю сварили, сейчас я вам все покажу. Вот, человек мне приехал, сказал, надо переварить там только сзади, там где лонжерон и так далее, чуть-чуть. Вот, как бы немного. Вот, когда сунулись, тут вообще жопа. Вся машина гнилая полностью. Вот. Сейчас я вам все покажу. Так, ну вот у нас как получается. Левую сторону мы уже половину все сварили, осталось по левой стороне это вот такие вот дырки, ну и самое главное это вот дырка на стойке самой. Вот. Также с той стороны правая, это он говорит то, что да, это тут нормально, тут ничего страшного, как бы только сзади приварить. Также сзади там внизу нету вообще лонжеронов. Так, ребят, ну продолжаем мы дальше заниматься 99-й. Сейчас будем варивать под эти, как это, домкраты. Вот. Восстанавливаю машину, грубо говоря, полностью. С этой стороны мы уже почти все сделали, осталось там немного приварить. Начинаем левую сторону. Вот. Потом дальше пойдет лонжероны сзади, потому что самый пиздец вообще. И также мы сейчас дошли до багажника. Тут, ребят, вообще просто пипец какой-то. Вот там дыры, блядь. Там багажник. Вот он у нас. Колесо убрать. Еще, короче, чуть-чуть, и колесо упадет. Вот тут такая же история. Ну и также здесь. То же самое. Короче, машина, грубо говоря, полностью идет на переварку. Хотя сказали, там только чуть-чуть надо подварить и так далее. Ну вот она у нас. Сейчас. Да, насверлил сейчас этот. Приложу. Так, ну вот сейчас мы дырочки сделали, насверлили. Сейчас зашкурим их и приварим. Вот, с той стороны. Так, ну вот сейчас мы здесь уже начнем варивать. Вот. Поставим мы вот этот подонкратник вот здесь. Вот сюда его пихнем. И также по дырочкам его приварим. Нормально здесь? Так, ребят, ну вот, приварили мы подонкратник сам. Вот у нас, сейчас мы ставим пол, подровняем там. Также сейчас обварим сам усилитель, потом новый пойдет, вот этот лонжерон. Вот как у нас. И будем уже пол выравнивать, смотреть как. Так, ну вот мы пол начали уже приваривать. Вот, я швами не варю. Варю вот так, точками, грубо говоря. Вот, швами не обязательно варить. Ну и продолжаем дальше также. Обвариваем, обстукиваем. Вот. Типа что-то того. И вот так обвариваем по кругу.
снизу у нас приварили тоже. Сейчас доварим здесь до конца. Так, ну вот мы приварили передний пол, сделали уже. Усилитель поставили для сидений. Здесь сейчас тоже будем вырезать. И будем вваривать новый пол также. Вот. А, ребят, ну, в принципе, показал я вам машинку 99-ю. Вот. Ну, хозяин, конечно, сказал, говорит, там варить-то особо немного. А, как начал копать, так там вообще, короче, ну, железа ничего нету. Короче, все сгнило напрочь. Вот. Ну, это, в принципе, как бы фигня. 2-3 дня работы, это все можно сварить полностью, кузов и так далее. Но самое, говорит, самое плохое, это у нас получается задние лонжероны, где балка и так далее. Там у нас... Там у нас сгнило тоже все. Вот. Надо купить будет, докупить железо и уже варить. Чтобы там варить, надо будет разбирать полностью заднюю подвеску. Вот. Снимать все. Колеса, мосты, мост и так далее. Вот. Хорошо, там, в принципе, не так уж и много. В принципе, можно там открутить, где гнило. И можно будет мост, я так думаю, назад сдать его, снять стойки и так далее. И вывесить, чтобы она висела, жопа у нее. Поэтому будем что-то придумывать. Но там надо точно варить, потому что там вообще ничего не держится. Я не знаю, как он ездил. Там вообще просто капец какой-то. Вот. Я вам фотографии там в группе у меня, посмотрите. Я там фотографии выставляю. Видео выходит позже. Просто у меня сейчас времени вообще нету. Вообще просто. Машин куча, я, блин, не успеваю. Все это делаю один. Бывает, помогает мне человек, а так вообще просто. Ну вот. Поэтому, ребят, вот так. Сейчас мы сварили пол с левой стороны почти полностью. Там сзади не стали до конца доваривать, потому что нужно будет нам вот этот усилитель задний, который к балке там вот идет. Лонжерон вот этот. Его надо, короче, покупать и варивать. Он варивается, идет от заднего порога, домкратника и самого железа, пола. И пошел дальше туда наверх, короче, в сторону жопы туда. Вот. А с левой стороны более, в принципе, нормально. Там можно, конечно, заплатками сделать. Но если делать, тогда уж варить то же самое. Все переваривать. Вот. Поэтому левую сторону, в принципе, как бы сделано. А правую сторону мы вот только начали как бы делать. Уже варили по домкратнике, все промазали, все там зашкурили, все сделали. Сейчас начали вот уже пол варили. Вырежем сейчас сзади кусок тоже там гнилой. Вот, и также сварим. Ну и в принципе как бы все. Вот, сейчас я буду дальше продолжать варить, буду снимать там, показывать. Смотрите, ребята. Вот, ну вот у нас как получается сам пол. С этой стороны мы уже как бы сделали. Вот здесь вот у нас мы не стали доварить, потому что у нас будет идти, вот она все сгнило, аж, короче, трещины пошли. Вот, не знаю, как он ездил. Вот, машина, короче, вообще просто держится на гнилье. Вот на этом всему. Вот, пороги тоже как бы вареные, все. Здесь у нас, естественно, вон как, насквозь все, тоже будем заплатки делать и так далее. Сам главный сабвуфер стоит. Вот. Ну и, в принципе, как-то так. Спереди вот мы тоже уже там сделали, варили. Сейчас вот тут будем тоже вырезать, также варивать. Так, ну что, ребят, вот мы дальше варим машину. Занимаемся. Сварили уже сзади, все спереди. С той стороны вот довариваем. Ну вот у нас как получается. Вот здесь у нас тоже было все гнилое. Здесь напрочь.
Там внизу то же самое. Вот. Также мы купили, ну, здесь тоже заварили, заплатки поставили. Вот. Также у нас лонжероны. Вот. Баги мою стоит, которую я делаю. Вот. Пока на нее времени вообще нету. Так. Сейчас. Ну, короче. А, вот они стоят. Купили мы лонжероны сами полностью. Лонжероны дорогие, ужас, блин. Вот. Полностью купили. Они идут у нас отсюда, снизу. И пошли до самого конца. Вот. Также сейчас доварим. Будем уже начинать здесь обваривать. Вот под колесом там тоже дырень. Здесь также стойки все. Уже займемся чисто задом. Но прежде чем заняться, надо будет нам снимать бампер и разбирать почти всю подвеску, даже не почти, а всю вынимать. Вот. Вот варим. Вот сейчас там доделаем, и у нас будет нормально все. Снизу тоже домкратники все подварили, все сделали. Короче, получается, машину полностью перевариваем. От сих до сих. Хорошо, передние стойки особо не трогали. Поэтому как бы они нормальные. Так, были заплатки, сделали где надо. Вот. Ну как-то так. Машина будет почти новой. Так, ребят, ну в принципе на сегодня все. Вот, машинку. Днище мы заварили. Осталось снизу там проварить. Вот, а где-то загнуть, где-то подварить, подровнять и так далее. И, в принципе, пол будет весь готов. Вот, а продолжаем дальше заниматься багажником. А надо будет разбирать заднюю подвеску. И будем уже варить. У нас лонжероны пойдут. Лонжероны заварим, все промажем. И уже машину можно будет отдавать. Ну, накинем дверь и так далее. После того, вроде он хочет как бы и покрасить ее. Будем тоже, будем красить. Посмотрим, как что. Вот. Ну, на сегодня все, ребят. Всем спасибо за просмотр, всем пока.